Пропагандисты РФ, конечно же, подхватывают флешмоб «Поддержи Бункерного». Первый зам Журавлев пришел в гости к Скобеевой и начал комментировать помощь Украине. Самолеты тоже не обошел. А вы знаете, что у него, между прочим, постельное белье в виде самолета, подушки и даже кровать? Вот никто не знает, а я вам скажу. Поэтому все, самолеты будут. А мы и не будем спрашивать, откуда вы знаете. Да. У меня свои источники, понимаете? Я не сомневаюсь. Такой херш я не разглашаю. Но дальше что-то пошло не так. Журавлев решил сострить и начал делиться настоящими причинами военной агрессии России против Украины. Такое впечатление, что они все, знаете, как этот, по-моему, Иван Васильевич меняет профессию. Все же знают этот фильм. Вот Милославский, который говорит... Что же сделать? Как же сделать так, чтобы никто не понял, что царь-то фальшивый, что незаконная власть? Давай всех отправим на войну! Сразу вспомнились мне вот эти слова великого бункерного философа. Кто как обзывается, тот так и называется. В чем бы Россия ни обвиняла Украину, на самом деле она это делает сама. История этому доказательство.